Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Bloody Zombies. Ну что же, вторая часть называется «Музеи». Следующая ключ-карта должна быть здесь. И мы с Эдди, как обычно, идем против толп зомбарей. Так, это только вторая ключ-карта, да? А их будет всего 5. Ладно. Ну иди сюда. Какой-то новый, кстати, у нас зомби здесь. Не пойму, что он там в руках держит. Мозг, что ли? И причем он есть какой-то в шипах. Мне это не нравится. Ну давай, 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 вставай, поднимайся. Этот лопух сразу слег. Ему достаточно 3 удара, и он готов. И пора бы, наверное, уже пользоваться комбо-ударами. Так, птичка, птичка, дайте-ка мне. А-тя-тя-тя, не успел. Не успел я подобрать цыпленка себе на голову. Ладно. Так, тихо, не махай. Так, этот чертополох у нас, оказывается, бросается тем, что он держит в руке. Ну, как бы не так. Так, готов. Забираем. Блин, что-то как-то маловато дают. По одной монетке. Так, бинты. Бинты нам пока не нужны, в принципе, да? Так, разнос. Подкат. Подкат. Ну-ка. Ага, это у нас разнос. Удар. Подожди, это, по-моему, то же самое. А, так у меня только разнос и подкат. Все, больше у меня ничего нету. Я уж думал, что у меня каких-то 3. А это вверху отмечается, что я выбрал в данный момент. Ну ладно, посмотрим, что такое подкат. Блин, а как мне интересно вот тот ящик подобрать, а? Как мне туда пройти? Ха. Что тут еще за зомби новые? Какие-то механические, что ли? О, тихо, что он там? Ого! Зомби-камикадзе у нас тут появились. Надо быть с ними поосторожней. Нельзя позволять, чтобы он взорвался рядом с нами. Так, ну что-то у вас тут слишком много накопилось. Интересно, а если этот взрывной зомбарь взорвется в куче своих, он будет повреждением наносить или нет? Так, давайте как-то это можно проверить, наверное. А, да успокойтесь, в самом деле-то. Давайте, черт подери, хотел кидануть в толпу, но не получилось. Уничтожает, ребята. Как вы видели, только что он взорвался вместе с другим зомби. Что же, это хорошо. А вот как мне этот сундук взять? Это не пробивается и в обход нам не пройти. Так, давайте-ка возьмем, наверное, космонавт. Ну-ка, что у него там за удар? Вниз, вверх. Ух, как этот дребудень. Давайте-ка вернем, наверное, свой полет. Он, скажем так, более вот так вот. Ну и давайте возьмем, наверное, наш разнос. Подкат мне не очень нравится, как-то ерундово делает. Босс-шоп, а как сюда зайти? Хм, непонятно. Ладно, давайте продвигаться дальше. Так, о, аптечка, самое то, что надо. И еще тут, я смотрю, мусорный бак. Так, а это что у нас за красотка? Ого. Плеточка-то, оу, недурно, недурно. Вот это вот ненавижу, когда с дальним оружием ходят уроды всякие и бьют меня из-под тишка, пока я занимаюсь другой штукой-дрюкой. Так, иди сюда. Вот так вот, птичка на голове, и я теперь доволен. Я, правда, не знаю, что она дает. Может, крит удара или еще что-нибудь. Но я с ней чувствую себя комфортно. Так. Нет, еще не подохла. Что у нас тут? Ага, меч. Меч — это хорошо, как раз то, что мне нужно. Кто там вылазит? С ножичком, да, значит? И опять кидальщик. Лети отсюда, птичка. Что тебя там перекосило с ножом, эй? Вурдалак. Пора с ними завязывать. Взрывное убийство. И тебя тоже туда же. Отлично. Полиция. Тачка вся разбомблена. Как прям в Resident Evil. Ай-яй-яй, тихо. Вот эти вот ребята опасные. На них лучше не прыгать. У них на спине эти шипы, которые активируются при перепрыгивании. Так, отлично. Принцип домино сработал. Далеко ли вы разбежались-то, а?
хлопчики. Комбо 9, замечательно. Так, пора спать. Да сколько же их тут, а? Так, значит, тут у нас тихо разогнался. С мечом, оу. Дайте птичку, птичку мне обратно. Успею, успею, должен. А, успел, елки. Да что тебе, блин. Ну все, теперь точно не успею. Жаль, жаль, конечно. Эй, хоть я не знаю, что она делает, но она мне нужна была. Это шапочка. Так, вот он, этот гад мне попался. И с плеткой тоже. Все, полный замес. Да вы хорош вам уже. Ну, эти, в принципе, салабоны. Ничего опасного я от них не получу. Так что можно просто в рукопашку их бомбить. Ух, как хорошо. Комбо 8. И да елки-палки. Не получилось у меня до комбо 9 добить. И опять прут. И опять салаги. Ладно. 50 цепочек даются мне какой-то бонус определенный. Что-то типа того там пишут. Так, ну-ка, хорош вот кидаться своими мозгами. Так, ай-яй-яй. Слушайте, это не мозги, ребята. Это он берет у себя с плеча. Ну что же, пришлось взять энергию. Оу, а это еще что за-то за урдалак? Оу, знакомая фишка. Выбиваем бонусы, значит, да? Со скелета обезьяны. Так, что нам не дало? Деньги. 5 монеток. Тут у нас камень. Новый навык. Отбросьте врагов назад. Подожди-ка, я, по-моему, не взял, да? Вот теперь все нормально. Назад, вперед. Ну, не знаю, не знаю, что это за удар и насколько он эффективен. Так, тут выбор, значит, либо граната, либо нож. Ну, сначала мы хотел бросить, а он ее выложил. Ладно, давай тогда подчикаем. Идите сюда, красавцы. Вот так. Надо с этими... Оу! Тихо ты, вот зараза какая, а. Да упади ты. Не падает. Ну-ка так. Может, гранату им брось туда. На, выкуси. Да, взорвал камикадзе. А хотел обоих. Не вышло маленько. Ну что, давай-ка, кто кого. Ну, естественно, я. Так, здесь у нас какая-то статуя стоит. Непонятная. Ну, что, я больше ничего... О, бонусные очки плюс 10. Кстати, с ними я тоже пока не разобрался, что они дают. И теперь мы с вами прошли первую часть второй главы. Так, погоди, что это там за веревочка такая, смотрите. Опа-на. Секретное местечко мы нашли. Дополнительная жизнь. Замечательно, у меня 4 жетухи. То, что надо. Давайте-ка спускаться тогда отсюда. Это мы сейчас в данный момент находимся, я так понимаю, в музее. Ого, а это еще кто такие? Ну, эти-то плешивых я помню. А что там за вурдалак такой был? Первый раз такого вижу. Так-так-так, во-во-во, смотрите. Опа, неплохо, да? Ну-ка, в принципе, ничего в них такого нету, кроме того, что они... А что, мне жизнь кончилась? Точно, ребята. Я потратил 1 хп. И осталось 3 жетухи. Ладно, будем пробовать так пройти. Черт, мне не нравится, когда они зажимают с двух сторон. Сразу становится щекотливая ситуация, и ты начинаешь бить одного, как сзади тебя бьет другой, и так они будут меняться, пока тебя не заколбасят. Так, поперли, поперли. Кто здесь у нас? Ага. Камикадзе и... Да что ж такое, не успел я перепрыгнуть. Тихо. Ну иди сюда, гнида. Опа, опа, оп. Так, еще жетухи у него есть. Жалко, здесь нельзя вот еще добивать, когда он валяется. Сел там и по морде ему, по морде.
Или ботинком упахарь. Что, было бы неплохо. Так, ну-ка, отлично. Ага, вот эти штуки, значит, можно отбивать, которыми он пуляется. Я этого не знал. Но это, наверное, рискованно, можно и промазать. Поэтому будем по старинке отбегать. Так, здесь кто у нас? А, эти чудики. Первосортные чудаки. Ладно, тихо, тихо, блин, ну куда ж ты? Эдди, куда ты прыгаешь на стенку? Неужели не видишь тут твою дивизию, а? Томагавк этот даже ударом не могли попасть. Упал, упал на колени и взорвался. Причем, заметьте, я его не трогал. Получается, что он бегает здесь отведенное количество времени, за которое, если я его не подобью, он сам себя уничтожает в любом случае. Так, ладушки, иди сюда, длиннорукий. Тройное убийство. Хм. Так, вот с житухами у меня, конечно, очень кисло. Мне срочно нужна аптечка. Будет здесь такое лакомство для меня. Опа, это кто такие? В каких-то курточках. Непонятно, кто они такие вообще. И чего они могут нам сделать? Ну, как вам сказать? Оу, птичка! Откуда ты прилетела, родная моя? Так, давай, 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 давай. Эдди, не расслабляемся. Оу, ничего себе, схватил я. Теперь я понял, что он делает. Этого чувачка нельзя хватать. Из него вырываются шипы, как вы видели, и поражают меня. Хреново это очень. Так, бегут, бегут с ножами. Надо в прыжке их колбасить. И в то же время, да ладно, и в то же время не давать себя с двух сторон зажимать. Иначе это плохо закончится. Ты готов или нет, камикадзе? Давай, падай. На колени передо мной. Готов? Отлично вышло. Так, этот бежит. Ну, давайте их по одному заколбасим по-быренькому. Так, этот отдыхает. Куда, 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 куда побежал? Красавчик ты мой. Так хочется его добить, знаете, как в этом... в Рексе-то. Ногой там или супер комбо по черепушке кулаком. Короче, яростное добивание. Так, опять прут. Оу, вот, вот о чем я вам и говорил. Вот против таких, когда с двух сторон еще зажмут, мало не покажется. Оу, опять жизнь потерял. Точно, потратил жизнь. И у меня осталось два лайфа. Ну что же, вся надежда на то, что босс здесь не настолько сложный. И мы сможем его пройти. Это что такое тут у нас? Дерьмо! Что это за херня? Это какой-то испытательный... Оу! Испытательный полигон для нас. Опа! Так, ну здесь... Ага, здесь можно просто пробежать. Тихо. Побежали. Ай-яй-яй! Так, здесь нам лучше сделать кувырочек. Отлично. Так, погоди-ка. А здесь-то что? А, ну здесь тоже кувырок. И перепрыгиваем. Хе-хе. Прошел как батька. Ну что ты тут? Деревянных дверей мне понаставили. Думают, что это все их защитит. Хе-хе, как бы не так. А что это такое? Что это за аппарат? Опа-на, он взрывается, ребята. Слушайте, а зачем я буду драться с этими зомбарями, а? Вот так вот, давайте-ка сделаем. Хорошо, что здесь есть промежуток, в котором я могу находиться. Тихо, тихо, разбросался тут своим дерьмом, так скажем. Опа, на. Иди сюда, длиннорукий. Тыри-тыри-тыри, опс. И ты, конечно же, ты, родной, иди сюда. Так, а этот хитрозадый будет, наверное, там сзади стоять, нет? Ну да, по ходу дела он не подойдет ко мне. А нет, нет, все-таки клюнул на мою ловушку. Так, а вот с плеточкой надо отходить, потому что она может меня достать. Такая кикимора, вы посмотрите на ее лицо. Просто жесть какая-то. Ну что, все? Я так понимаю, мне нужно взорвать этот автомат, потому что дальше прохода нет. Вы видите, решетки стоят.
Так, комбо 21. Серия комбо. Так. Ну что такое? Опять этот хмы тут. Так, по-моему, тут уже какой-то повтор начинается. Чпок. Да-да-да, и ты тоже иди сюда. Интересно, вот эти очки мне начисляются или нет? За то, что они сами себя убивают. По 1500, довольно неплохо. Ну, беги давай сюда, я тебя жду. В рваной майке. Такой чудило. А этот с ножом, видимо, когда-то был маньяком. Ну что, все вроде бы, да? Черт подери, блин. Переборщил малька. Нет, еще кто-то прет. А, с кнутом шипастым. Ну, я думаю, мы ее так заколбасим. Рожу эту протокольную. А что это за автомат? Я не могу. Такое ощущение, что это как камеры крутятся. Вот в таком музей бы я сходил. Так, аптечка. Здоровье соточка. Кстати, это все, ребят, неспроста. Здесь энергия и еще одна аптечка. Что нас тут... Что нас тут ожидает? Ого! Привет, зомби-ёж! Сейчас мы по тебе прокатимся катком. Так, что он делает? Ну, я так понимаю, он шипы какие-то вызывает. Ладно, ну нет, ну только, блин, еще подмога у него здесь ходит. Так, ладно, это все ерунда. Если он будет просто шипы вызывать тихо, через который мы должны тут убегать, перепрыгивать, то это действительно лох, а не зомби-ёж. Так, что у нас в этом ящике, интересно? Ага, бинты. Ну, бинты нам пригодятся. Давайте попробуем с разбега. Йо-хоу, чпок. Так, довольно неплохо получилось. Так, а это что-то... О-о-о-о-о-о-о, преследует шип меня. Черт подери. Зомби-ёж. Довольно неплохое название, блин. Так. Ну, правильно, он весь в шипах, в иголках. Оу, тихо-тихо, надо отбегать по-быренькому. Так. Главное, что томагавки попадают в цель. Так, тихо, вот здесь вот начинается вот эта желтая фигня. Почему-то меня преследует и не отпускает до последнего. Надо успевать, как говорится. О, опять она, да что ж такое-то. И бить его бесполезно в этот момент, потому что он меня сбивает этим шипом своим. Я вот бегаю-бегаю вокруг. Тихо-тихо, не надо буянить. Наверное, сжирать пора аптечку. И никак не могу понять его, блин, тактику. У него какая-то хаотичная. Да ты достал уже. Оу, может быть, как-то можно избежать этих шипов. Или быренько увернуться, вот так попробуем. Оп, и промазал. Ага, рядом его бить тоже бесполезно. Черт подери, от этого шипа никуда не убежать. Да вы достали уже, действительно, ребята. Хорош уже, тихо. Причем шипами этими своих зомбарей он почему-то не убивает. Только по мне, все достается. На. Блин, мало энергии. Круто. Кстати, вы заметили, да? Он когда вызывал шипы, я по нему пнул и якобы сбил. Но сейчас что-то почему-то не получилось. Так, все равно достало. Ну что же, у меня две жизни. У него тоже где-то половинка хп осталось. Черт подери, ну как от этого шипа избавиться, а? Чтобы он тебя не преследовал. Как-то хочется обмануть. О, это что такое у нас? Тихо, тихо. Новый скилл выпал. Я хочу его подобрать. Правда, мне некогда будет сейчас тут высматривать. И, по-моему, сейчас я потрачу еще одну жизнь. Совсем мало осталось. Так, ну-ка, ну-ка. Оп. Да почему я промахиваюсь-то? Я же вроде по траектории. Шквал. Выполните серию быстрых атак. Обязательно выполню, но это будет немножко попозже.
черт тебя подери. От того шипа избежал, а наткнулся на какой-то, который просто в земле торчал. Он меня достал, если честно. Слушайте, в эту игру, кстати, можно играть в компанию и по сети до 4 игроков. Так что, если у кого-то игруля куплена, то можете спокойно рубалиться. Так, отлично. Так, вот он пока сейчас думает. Чертов шип, он достал уже, а. Так, еще маленько осталось. Как говорится, кто кого. Либо он, либо я. Давай, давай, давай. А, тя-тя, не вышло. Я думал, перекатика можно избежать, но нет. Тихо, оу, сколько шипов там, по-моему, вызывал. Все, ребят, последняя хп у меня осталась. Это очень и очень прискорбно. Потому что если я проиграю, мне придется проходить. Оу, фак. Все заново. Ну, не с первого уровня, я имею в виду, а со второго. Но начну-то я не с музея, а с улицы. Ну что же, отлично. Мой домашний кролик был и то сильнее, чем ты. Еще одна ключ-карта в нашу коллекцию. Ура! Ну что ж, давайте заберем все, что из него выпало. Тут я смотрю, деньги, бонусные очки, опять деньги, монетки. Ну, в общем, тут только монетки и бонусные очки. Так, забираем. Все. И на этом, наверное, миссия будет пройдена, да? Да, ребята. Ну, а на этом я заканчиваю свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в следующей серии. И продолжим играть в Bloody Zombies. А на этом все. Всем пока. До скорого.